тут такой красивый? Дух. Медух. А твой папа по соседству живет. Все собачки не мои, а просто приблудились. Рыженькая — это мама. В общем, детки, мама и нянька мужского собачьего пола. Ну, здесь все то же самое. Ветки, ветки, ветки. Что еще? В принципе, все на своих местах. Протрясло немного деревья. Ну ничего. От листик избавились желтых. В этом году я свой сад огород запустила. В связи с поездками. Вот. Вот такая кучка стоит уже давно. Мне ее как-то не осилить, а поджигать нельзя. Сливы. Ну, сливы, которых в этом году практически нет. Так, что у нас здесь? Ух ты, дырки у меня. А здесь инжир. Думаю, как его собрать. Вот такая красота. Водичка, правда, прохладная была. Сейчас ничего, привыкла. После холодных дней, конечно, вода не так быстро нагрелась. Но тем не менее. Вот такая красота. Бассейн, горизонт. Записываю себя на камеру слежения. Ну и тычется сверху, не падать. Вот. Вот такую изгородь я сделала. Ну, цветочки. Так что все замечательно. А, да. И совочек. Сачок. Совочек, сачок. Чтобы заводить насекомых, которые решили попить и утонули. Ну, некоторых спасаю. Сегодня мне привезли дрова. Все это вывалили около ворот. Так что пришлось мне тачкой подвозить кладовки. Но это не все дрова. Некоторую часть я уже сложила. Как-то так.
Поленцы огромные, большие, потому что печка у меня большая, типа печка камин. И туда помещаются очень большие поленья. А маленькие совершенно без смысла. Быстро сгорают. Так что вот так. Вот здесь у меня земля постоянно ползет, потому что горе мастера сделали все неправильно, не так как надо. Я нашла у себя доски, прибила кольем. Сейчас я крашу морилкой, или как она называется правильно. В принципе, я такого никогда не делала. Покрашу и посмотрим, что будет дальше. Пока примерно так. Вот. Все последние дни стояла сильнейшая жара. Дышать было невозможно. Так что только перебежками по двору в дом. А в доме кондиционер, конечно. Вот. Доски деревянные сбила вместе. И поставила для того, чтобы земля не падала. Ну, как временное решение до следующего года. Мой бассейн. Выходишь из дверей дома и сразу впадаешь в него. Ну, ничего. Зато как хорошо, когда сидишь вот так и смотришь вдаль светлую. Красота. Мальчик. Что? Это не папа щенков. Это их нянька. Мальчик-нянька. Да, скажи, у вас нянька хорошая. Где ваши папы гуляют, кто знает? Зато здесь есть мальчик. Мальчик, нянька. Готово. Орех улетел. Практически полностью. Вот орешки. Они, кстати, даже еще не спелые. От слова совсем. В этом году вообще все как-то... Ну, не так, как надо. Ну, вот такой лес у меня. Вот там. Вон там. Была дорога. Сейчас этой дороги нет. Маленькие розочки, я их пересадила из горшков. А здесь была у меня живая ограда, забор из кустов. И вот соседи мне все подровили. Просто специально, сознанием дела. Пришлось с ними поскандалить. Ну, как поскандалить, я сказала свое мнение. Они мне что-то начали угрожать. Но на этом я просто отключила их телефон, заблокировала. И больше я с ними не общаюсь. Но если они еще раз попробуют что-то мне сделать, то однозначно я уже буду разговаривать не с ними. Ну, тут уже выжгли, поливали запрещенным веществом, которое сжигает все это. Что вот такие у меня соседушки.
Кто красивые такие? Кто? Собачки. Собачки. Ням, ням. Да. Ну что рычишь-то? На. Мальчик. Мальчик. Ну, тихо. Неду. Балконя. Ой. Вот такая стая у меня. По сути, все собачки не мои. Прибились. Ой-ой. Что, мамка? Мамка кусает, да? Мамка кусает. Ай, куда ты? Ну, всё. Оля боится. Сосисочки. Штука сегодня нет. Сегодня сосиски. Мы пошли по меньшему пути сопротивления. Солнце уже закатилось. Оля говорит, не снимать. Я не снимаю ее. Она закрылась. Да не снимаю я тебя, Оля. Обрати внимание. А кто сидит на моем месте? Правильно. Вот на что? Это Гарри. Не знаю, может, его не видно. Ну, как-то так. Это наш ужин. Ну да, сосиски. Ну, вот такой торт Павлова. Ну, не совсем то, что хотелось бы видеть, но все равно тортик. Thank you.
Это не картина. Это вид из окна. Как красиво.